Гульмира Сатыбалды сегодня получила новый срок лишения свободы. В Кызылорде суд вынес решение по делу о крупном хищении. А более суровый приговор поглотил прежнее наказание. Вместе с бывшей супругой Кайрата Сатыбалды на скамье подсудимых оказались еще 6 человек. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы задержанные присвоили и растратили 441 миллион тенге. Хотя должны были выполнить работы по обогреву левого берега реки Сырдарья. Гульмиру Сатыбалды, как организатора преступной схемы, приговорили к 8 годам колонии. Напомню, в мае в столице ее уже осудили на 7 лет за похищение человека и самоуправство. Новый приговор в итоге поглотил прежнее наказание. Ее сообщники, которые подписывали фиктивные акты приемки, получили 7 лет лишения свободы. Отмечается, что вся похищенная сумма была возвращена государству.